второго парня. В крайнем видео вы просили протестировать штурмовой карабин РФБ 308 калибра. Продается он на втором уровне миротворца или покупается на барахолке за 35 тысяч. Патрон я использую М62, но если у вас он закрыт, то смело можно юзать М80. Разница в эффективности у них лишь против 6 класса брони. 62 пробивает чуть лучше, а за трассирующий элемент беспокоиться не стоит. Из обвесов ставится только ручка и прицел. Ручки ставил разные, но так как бустить вертикальную отдачу смысла нет, использовал те, что дают больше эргономики. Коллиматор ставить по вкусу, я использовал все, что валяется под рукой. Отдача у ствола своеобразная и требует от себя провести с ней некоторое время в рейдах, чтобы понять, как ствол именно себя ведет. В общем, что из этого получилось, увидите в ролике. Пишите в комментариях, какое бы еще оружие вам хотелось, чтобы я протестировал. Если вдруг понравится видео, не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и приятного просмотра. А, вижу, кто-то стоит в тетриксах на первом этаже. Есть свои? Да, на первом этаже. Сипла, да? В каске? Да. Нет, у нас есть сервера. Стоим. Я на танке. Минус один. Я с тобой. Минус один. У меня еще кто-то. У меня на первом этаже еще. А ты где сама? Я там же, тоже. Я могу держать там. Минус? Не-не-не, зашел. По гранту на первый этаж. Белка забегает, металл. Жив? Я да. Спал? Да, есть минус. По дереву. У тебя? Да бля, у меня да на первом. Ой, что-то херово регает, да, согласен. Просто два выстрела. Ну ты двое там у тебя. Еще бежит. Готовы, курябчики. О, один какой-то этот стример был. Питал, кто? Я метал медичку эту. О, я зашел. Извините, я на выход. Пара. Что такое? Что? Пара. Полтора миллиона. Медички есть кто-нибудь? Бота был. Слушай, а Артём, вернись обратно. Тихо. У меня есть на шаре. Где? Это не вы, да? Я успел. Убил одного. Наверху сидел или бежал там? Что-то. Бежал к шару. Я тут, не убей меня. Я ушел вниз. Сейчас какой-то чел продавал фар за 155 тысяч. Бедняга. Ты прыгаешь, Аня? Я прыгаю. Понял? Не убила! Убили меня! На улице, да, нет? Да. Одного.
убил. А кто на бункере на жопе? Я это. На месте. Второй внутри. Да, внутри. Он находит, меня пасет. Где пролом? Убил. Живой вид? Да, да, нормально. Да, свало тут, чувак. Промести ТВ. Тебя ничего лучше, наушники или каску с собой забрать? Ладно, бегу. Кто сидит? Не мы. Убил. Ёб твою мать, еще один сидел, челик. Я вот не зря сказал, что может сидеть, знаешь? Да, я был, никого не было. Окей. Если только с подвала не поднимется, иначе... Типа ник PvE Game. Пациента, твою мать. Как играть-то сейчас? Да никак, выходить надо. О! Блин! Ты сам себя взорвал? Да, вы бы видели, как я себя взорвал. Я вылетел. Я вылетел тоже. Обратно в рейд мне зайти не удалось, как и товарищам. Но когда мы зашли в следующий рейд, мы видели, что Мэтт стоит без снаряжения в пати. Но Мэтт утверждал, что снаряжение у него есть. Ну, Тарков решил иначе. Было бы интересно, если бы каждый рейд у тебя было бы так. Ты одевался, выходил в топором. Да, беги вперед, топорист, разведчиком будешь туда. А ты почему можешь мышцы такая? Ну и что? Понятно. Ну что ты? Я просто не знаю. В итоге я реально один выжил в том рейде, получается. Я просто пошел издыхать. Да пошли, может быть, убил кого-то, тебе шмотку отнесу, дадим. Че ты ждешь? Ты разберешься сразу. Просто нет. Сука, шмот отдал из этого гапана. Так и скажи, хотел с топором пойти, что-то. Хитрый план. Нет, не спустили. Нет, нет, на лэпе. Дальше, дальше лэпа. Да-да-да. И там у них уже головного. Да, мы тут уже. Один минус, точно. Двое минус. Все, все, все. Ну, ты? Да-да-да, я проверял. Первый уровень, блин. А это какой? Шлякана, что ли? Тоже это. О, моё, блин. Ты человек там, ты чё? Я у зеленого. Пушка открыта, второй этаж. Там двое. Один минус. Втором уже? Да-да-да. А второй где? Второй там же, у вас хотя... Да ладно, я убил его перед... А, нет, слышу. Третий, по-моему, вообще. Захожу через центральный. Не перед дальше, там? Да, да. Я через туалет запрыгну. Самая дальняя комната туда, к мусору. Еду. Не сдох. Все, убило. Там еще один живой, еще один живой! Нет. А, да-да-да. А, дальше, дальше. Блин, убил. Я вышел. Спиной вышел я. Я задумался. Уф. Ё-моё, тоже маленькие. Есть чупутное. Два гранатомета, блядь. Как охеренный шанс. Охеренный шанс. На первом. На канате в комнате. Я здесь. Взорвал. Да-да, я здесь. Синяя повязка. Как если его загнал в угол. Я здесь как... Один ноги торчат только. Кто-то бегает, тихо.
нам идет из коридора от главного. Это где ты заходил? Не прорегало, блять, он убил меня. Я ему четкий шот дал в голову. Да, он наверное. С пистолетом. Убил? Нет. Убил. Есть на танке у КПП. Понял, есть оптика. В КПП уже заходит. Живи. Понял, понял. СВД, походу. ХАЕшка. Дал ему флеху на второй. Он выбежал. Убил. Хорош. Я внутрь захожу. Вот. Если сдохну, то я, скорее всего, с шара сдохну. Клановец, кстати. По мне в упоре убили меня. У бумеранга лежит. Просто лежит. Что-то глушеный, да, у него? А, хеклер. Убил его. Даши я убил, типа. Возможно, глушак убил того чувака. Фар, блядь. Пошли на выход. Ты везучий в него. Там же, короче, был. Только он в текстуре лежал. Шар, ёптать, работает. Не по тебе? Нет. Да, я на первый этаж захожу. От выхода. Не-не, он в шаре сидит, Мэтт. 100%. У меня хаешки есть, можем хаешками закидать. Не-не, я убью. Убил, да? Да-да-да. Твичбутна. Сидит он голенький себе прям. По этажам. Снайпер, гад! Убил одного. Под сервера? Да-да-да. А, нет, он где-то по этажам ходит. Ты по боту? Нет, 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 они бегают. Да, за ним тоже. Убил. 6. Ёптыть! Граната, ты что? Да. А если дверь была открыта, да, он просто подвал. Может, сидит дверь в комнате. Всё, сидит. В тетрисе, в тетрисе. Убил одного прямо в комнате. Хорош. Пошли.
что? Ну вот Юсек, по сути. 36-й. Да-да-да, надо здесь пристроя. Блять, хая заскочила, сучка. Да-да-да, на третьем пристроя. Убил, кажется, да. Хожу. Коридор. А дерево чье? Мое. У меня квест завершился, но по сути я должен был убить его. Он убил же кого-то, походу. Одного вот я с РФБ. Да, второго он убил. С МП5 тоже глушеная. Вот они, курябчики наши. Второй, что ли? Был? Да. Я с дальней лестницы поднимаюсь. Да-да-да. Еще кто-то шифтует там, кроме тебя. Я на втором стою, замер. Сука, внизу поднялся, с моей лестницы. Ты был на первом или на втором? На третьем. На третьем. Я спускался. Выходи по-хорошему! Владомар ТТВ там какой-то. Волумолу ТТВ. Или Воломола, да, что-то ТТВ. Должен был взорвать. Да, сдох. Снимаюсь на второй. Второй. А не, он жив. Поднимаюсь на третий. Спрыгиваю. Он в комнате сейчас, да, был? Да-да. Убил его. Ну, на третий поднялся. С КСом был. Смотри, я сейчас на улице просто прямо пробегу. Если что, он справа давай, будет сидеть. Да-да-да. Не видел? Не. Значит, зал большой. Справа, значит, где-то. Да, в углу, справа. Там трупы. Два трупа, один жив, по-моему. Убил? Угу. Видите, он тут накрошил людей. А звуков-то не было. Чё, это что, нормальные, блин, вообще? СВД, дробовики. Пойдет. Дерево у нас. Да. Убил? Нет, крыса сидит в комнате. В кладовочке. Ну пошло, пацана, геймплейч. Не попалось. Холодос. Че он там, 1800, да, вроде? Угу. Ну, ходи. У нас есть. Мри ты, ёпты. Ходи, не могу, хотел сказать. 600. Пойдет. Забежит, ты где? Я слышу. Я контакт. Ну? Да. Бежит. К меченьке. Убивай.
За белой будкой. Еще один, двое. Дал хае. Двое за белой будкой? Да. Даю еще. Смотрим. Справа, перед там. Минус один. Ну, второй. Еще один нажим. Хорошо. Один тут второй. А, за углом сидел тут. А он тебя пушит, собирался. Где? Где? У нас тут прям этот... На железной дороге кто у нас? Мы. Он налево идет. Я от вас слева, если что. Помочь? Два вагона у меня перед тобой. Слева. У меня патроны закончились. Одного убил. Там еще есть. Кто-то еще стрелял, кроме него. На гранате. Нет, там нифига. Ну, какой? Ты в этот, наверное, самый темный. Поднимется там в окошечке, наверное, смотреть будет. Там же есть подъем. Бля, вот он! Я думал, вы сидите, убил. Не знаю, он не он был. У него была СВ-шка вид, не понял? Не видел. Я видел, что тело перепрыгнуло через забор. А он стоит. Ну да, наверное. Я перепрыгиваю. Еще! Где? Пустый. Блин, зеленый сосед. Так, даю гранату. Отойди от граната! Отойди граната, говорю же! Я не могу отойти, потому что у меня выдум ноги. Все, он сдох. О, еще один! Где сумка? Даю гранату, ты живой? Да. Даю гранату. Я живой. Да, он тоже туда. Пушим. Все, хватит бомбить. Он дал АГП хоп, наверное, туда, от гранат. Видео, здорово. Профессиональный геймплей тут, смотри, да, пацанов-то. Вернусь еще там? Ой, где? Понял. Я сейчас, ты пробегаешь мне все тут. А ты завис, я понял. Сейчас еще раз кадр сделаю. Неправильно пробежал. Ты у меня тоже на месте стоишь. Это плохие новости. Нам не сюда, да? Свистни, сходи в хуй, блядь! Тебе сейчас пиздец придет, блядь! Серьезно? А, вот поэтому не работает ничего. Вот двоечники, да? Ты даже двоечниками назвать нельзя людей таких. Ёптай, мяч. Понял. Вот он! Ой, аккуратно с этим ботом. Я ушел визуально. Так, мастер. Решил ко мне лезть. Интерстеллар, блять. Надо, не знаю, надо где-то себя скидывать и все. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.